Тендер по передаче аэропорта города Петропавловска в доверительное управление с правом выкупа признан состоявшимся. Стартовая цена, как и цена продажи, составила 2,8 миллиардов тенге. Имущество аэропорта передается в доверительное управление сроком на 5 лет. По договору в течение 10 лет управляющий должен будет сохранить профиль деятельности. По условиям тендера он не может использовать объект не по целевому назначению. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог подчеркнули, что аэропорт во время процедуры передачи в доверительное управление будет работать в штатном режиме.